Даже самые экстремалы никогда не отмечают мальчишник в ночь перед свадьбой, чтобы на утро не попасть вот в такую ситуацию. Итак, отделение милиции. Амнистия, амнистия, дождись меня, Таисия. Да хорош прикалываться, выребята это! Товарищ капитан, ну отпустите вы меня, у меня через 10 минут роспись в ЗАГСе. А она меня целый год из армии ждала. Ничего, ничего, пару лет из другой госструктуры подождет. Да поймите, если я опоздаю на свою свадьбу, она меня убьет. А мне все равно, кого сажать. Да что мы такого сделали, что вы нас тут держите? Что вы такого сделали? А я смотрю, вас уже на новую форму перевели. Так, ребята, я сейчас все уложу. Товарищ капитан, я юлить не буду, давайте прямо. Вы хотите себе внедорожник? Ну да. Ну вот видите, у нас уже есть что-то общее. Слышь, как твоя фамилия, умник? Нургалиев. Не-не-не-не-не, я просто однофамилец. Чей? Понятно. Да отпусти ты нас, капитан! Мы же все взрослые, адекватные люди! Это вы адекватные люди? Ну да. Вам объяснительно вашу прочитать? Давай. Пожалуйста. Начальнику Ленинского РУВД Кузякину АП. Объяснительное. Смеркалось. Трое молодых парней вышли под безжалостный осенний дождь. Серый котейка бросился из подворотни нам под ноги. Дальше читать? Я когда это полковнику принес, он мне говорит. Ты что, Пришвина задержал? Товарищ капитан, товарищ капитан, ну поймите, мне в тюрьму никак нельзя. Я клаустрофоб. Это как? Ну, в таких помещениях я чувствую себя некомфортно. Ну, так в этом не суть этих помещений. Да, капитан, пойми-то, у меня свадьба! Слушай, а что там мне лицо твое знакомое? Ты, случайно, не в 8-й школе учился? 8-й? 11-й Б. Да. Санек! Чахлый! Здравия желаю, товарищ капитан! О, Петров, ты табельник свой нашел? Да какой там, некогда. У меня на районе 5 убийств. И все с одного ствола. А вы пистолет, пистолет. Что по этим? Сейчас по базе пробиваем. Товарищ капитан, ну чего вы в сухомятку будете, а? Поехали ко мне на свадьбу, ну, у меня там стол такой, о! А шо у тебя на горячее? Эскалоп. А бабы все замужние, небось? А исключительно жены моряков и космонавтов. Эскалоп, говоришь? Да что там, я столько денег в эту свадьбу вбухал, такой ресторан, да у меня один оператор 50 тысяч стоит. Простой оператор 50 тысяч! Товарищ капитан, простой оператор снимает простые свадьбы, а хороший – настоящее кино. Ну, пошли посмотрим. Смешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь из стены
простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая сожжет бессмертно. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Проходит бесследно.